Кто я? Я приднестровец. В социальных сетях меня зовут Мистер Икс. Я обычный человек, который устал ходить по кругам ада и натыкаться на стену безысходности. Хватит ждать и надеяться на лучшее. Нужно брать ситуацию в свои руки. Чего я хочу? Я хочу жить, а не выживать в своем родном Тирасполе. Мне надоели эти нищенские зарплаты, безработица, отсутствие перспектив, коррупция, ментовской беспредел, убожество медицины и образования, ущемление прав человека и свободы слова. Почему именно сейчас? Почти 30 лет мы ждем светлого будущего, но никто, кроме нас, его нам не создаст. Что нужно делать? Пришло время бороться против беспредела, против ОПГ, против внешнего управления, против выборов без выбора. Вы со мной? Я не одинок в своем желании противостоять этой прогнившей коррумпированной машине. Вместе с вами мы сможем сломать преступную систему и построить справедливое общество. Чем больше нас будет, тем эффективнее будет наша борьба за достойное будущее.